Всем хай, ребята, и добро пожаловать на мое новое видео, посвященное обзору модов. В этом видео мы сегодня с вами рассмотрим мод на миньонов. Данный мод не глобальный, но он добавляет очень-очень-очень прикольную и полезную, в принципе, то в игре вещь он добавляет миньонов. Вероятнее всего, этот мод был вдохновлен игрой Terraria, в которой также есть а, миньоны подобного типа, похожего. А, как здесь мы можем увидеть в моде. Это такие существа, которые будут сражаться на вашей стороне против противников. Вы можете их вызывать при помощи. Вот таких вот предметов Всего их у нас в моде Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать Одиннадцать миньонов всего у нас в моде Ну что ж, давайте начнем с первого Это у нас посох слизней Вызывает вот такого вот маленького слаймика Вот такого вот маленького У него даже нету глаз или чего-либо Просто такой маленький кусочек слизи, да? Такой прикольный слизнячок Он у нас имеет две единицы здоровья и наносит два урона То есть чуть-чуть сильнее, чем рукой ударяет Так, вот такой вот у нас слабенький он с двух ударов руки умирает. Вот, и исчезает, да. Ну, такой практически бесполезный миньончик, но на самое начало игры, наверное, будет прикольно с таким а, побегать. Далее следующий у нас идет посох, вызывающий магменного слизня. Магма-посох. Точнее, а, перевезен он как лава куб. Этот слизень. Вот. Вот так вот он выглядит у нас. Такие у него маленькие, прикольные глазки, светящиеся. А, и, в принципе, он не особо отличается от обычного слайма, только он чуть-чуть более живучий. Потому что у него больше единиц а, брони. То есть, в отличие от обычного слизня, он еще имеет а, такой стат, как защиту. Да? То есть этот у нас имеет 2 единицы здоровья и 2 урона. А у этого те же самые статы, но помимо этого еще три единицы брони. Вот. А, при смерти он, кстати говоря, дропается в виде посоха. Вот этого же самого. Вот. И в выживании, естественно, этой посохи у нас расходуются. То есть, если мы вот так вот его используем, мы даже видим, как он мигает на секундочку, этот посох. А, то есть, как раз, когда у нас миньон, этот призывается, появляется. Вот. А далее, значит, давайте посмотрим следующий. Это у нас призрачный посох. Он вызывает у нас никакого не призрака, а самого настоящего гаста. Вот так вот он выглядит, такой маленький гаст. Очень прикольный, жалко, что без анимации. В этом моде сейчас ни у одного миньона нету анимаций. Они у нас выглядят просто как, ну, статичная модель, да, то есть. Но я думаю, что разработчики в ближайшем обновлении уже прикрутят им анимации. И мод вообще будет еще круче выглядеть. Но он сейчас уже и так прикольный. Давайте посмотрим характеристики у нас гаста. Он имеет у нас 5 единиц здоровья и 9 урона. Целых 9, это даже намного больше, чем алмазный меч. На 2 единицы целых больше, чем алмазный меч. Это очень крутой, очень сильный миньон, но у него мало здоровья. То есть с 5 ударов рукой он ложится, в принципе-то. А далее давайте посмотрим следующее. Это сторожевой посох у нас называется. Вызывает стража. Вот такого вот а, стража. Да, он ползает по земле. А, у него очень, кстати, вы видите, бешеный взгляд. И мне очень нравится его моделька. Она просто офигительная. Посмотрите, какой он классный. Вот. Но, к сожалению, опять же, без анимации. Я думаю, с анимацией он вообще бы сказочно смотрелся. А, он имеет 15 единиц здоровья, почти как игрок, но наносит всего лишь 3 единицы урона. То есть, ну, такой вот он слабенький достаточно, но живучий, да. Давайте сейчас посмотрим следующих миньонов. В репосах, да, то есть, ну, как он на русский переведен, вредитель или вредина, я точно не помню. В английском называется Vex. Этот моб выглядит вот таким вот образом. Я думаю, вы его Узнаете, в отличие от оригинального моба, у него нету меча в руке, да. И вот такой вот он маленький еще. По нему прям видно, что он прям малыш, да, у него нету какой-то еще такой злобы во взгляде, да. Он еще такой у нас прям маленький. Ну, к сожалению, опять же, без анимации, но он достаточно прикольный. А, значит, имеет он у нас 7 единиц здоровья и 3 единицы урона, да. Вот такой вот питомец. Давайте посмотрим дальше. У нас идет питомец эндермен. Вот такой вот классный. Он вообще прям прикольный, да? То есть по нему прям видно, что это такой малыш эндермен, у которого еще глаза такие, они еще как бы не, не вытянуты, да? Они так в один пиксель у него идут. Он очень быстро бегает. Вообще классный просто. Вот он мне тоже очень нравится. А у него, значит, 20 единиц здоровья и 4 единицы урона. То есть здоровье у него как у игрока. И наносит он урона как деревянный меч, вот. То есть примерно, я примерно сравниваю на основе мечей, чтобы вы примерно могли прикинуть, какие какой он будет в бою, да, по эффективности. А дальше давайте возьмем сейчас в принципе сразу все посохи и пройдемся вот так вот, чтобы каждый не доставать по отдельности, да. А посох панциря, значит, да. Вот такой вот шалкер у нас вызывается малюсенький. У него тоже очень прикольный такой. Так, сейчас автоджамп надо убрать. А... Так, давайте сейчас посмотрим, заглянем туда в этот сам шалкер-бокс к нему, да? У него очень прикольные такие глазки маленькие, да? Хватит вертеться, братан, давай посмотри на меня. Вот, вот, вот так вот у него выглядит его мордашка, вот такой вот маленький шалкер, да? А, очень стеснительный, судя по всему, раз так отворачивается от нас, ребята. Но вот так вот он выглядит, очень классный тоже, очень сильно мне нравится. Следующее, значит, что мы посмотрим, это будет посох пауков, да? А, он у нас призывает вот такого вот паучка Он может вызвать как пещерного паука Так он может вызвать и обычного паука То есть их два варианта спаунится, да? Пещерный будет отравлять врагов Ну и обычный просто будет их атаковать стандартно, да? Имеет у нас посох 8 а, здоровья То есть не посох, а паучок наш имеет 8 здоровья и 2 урона Ну тоже такой слабенький ранний игровой посох Вот, но тоже очень прикольный Следующий, железемный посох Перевели его вот так вот, очень странный перевод но призывает он у нас железного голема маленького, вот такого вот. Вообще прикольный, у него такой носик маленький, вы видите, да? Он уже тоже обросший лианами, то есть тоже успевший обрасти лианами, как и взрослый голем. Вот такой, таким вот образом он выглядит. Он офигеть какой сильный, потому что у него целых 50 единиц здоровья. Это как 2,5 игрока по здоровью, если так брать. А, и наносит 7 урона, как алмазный меч. Очень крутой питомец, вот по-любому в бою он очень крутой. Имеет вот такие вот характеристики. Следующее переведено как как пигментный посох он вызывает у нас зомби пигмана зомби пигмана он выглядит вот так вот у него кстати даже тут не видно пятачка он еще такой достаточно маленький и как вы можете заметить он отличается от маленьких зомби пигманов потому что у него голова пропорционального размера нормального да и он не вооружен оружием каким-либо да у него нету золотого меча вот так вот он у нас выглядит этот маленький пигман и последнее, что мы сейчас с вами, ребята, рассмотрим, это будет посох визора, да, иссушающий посох. Он имеет 150 единиц здоровья, только вдумайтесь, 150 единиц здоровья, это просто дофига. 6 единиц урона и 2 единицы брони. Вызывает вот такого вот маленького визера, который резко врывается как бы вверх, он очень резко двигается, он очень вообще такой агрессивный питомец, и он очень-очень сильный, очень живучий. Давайте сейчас рассмотрим его мордашку, вот так вот он выглядит, такие у него маленькие еще тут невзрослые такие черепки, да, с пустыми глазами и с открытыми ртами, вот так вот он выглядит. Ну, нет, вообще очень прикольно. В принципе, я надеюсь, что вам все эти миньоны очень сильно понравились вообще весь этот мод, потому что мне он действительно очень понравился, он очень прикольно выглядит. Самое главное, чтобы разработчики в обновлениях добавили еще анимации нашим миньонам, а так это мод просто бомба. Но мод не без своих недостатков, ребят, потому что это все-таки как-никак ранняя версия, естественно здесь какие-то баги, недоработки и много чего может быть. К примеру, можем такую недоработочку заметить, что вот посох слизня, когда мы его вызываем, если наш питомец умирает вдруг, так, куда ты побежал? Стоять! Вот, если он у нас умирает, он не выпадает в виде посоха, хотя все остальные питомцы, то есть, например, магменный слайм, а гаст, значит, да к примеру, даже вот этот вредина, они все у нас выпадают в виде посоха при смерти. То есть в бою, если вы потеряете своего миньона, его какой-то моб там убьет, да, враждебный, он у вас выпадет, если только это не будет слизень. То есть зеленый слизень, он умирает навсегда. Это первая такая не очень хорошая вещь. И вторая не очень хорошая вещь насчет мода, это как раз таки то, что посохи нельзя создать в выживании. Да-да, все правильно, их нельзя сделать сейчас в выживании. То есть мы сейчас сможем посмотреть, я сейчас нажимаю R на клавиатуре, да, кнопочка того, чтобы посмотреть рецепт, и оно не высвечивает никакие рецепты. То есть, к примеру, вот арбалет у нас имеет рецепт, да, а наши посохи не имеют. Это, конечно, грустненько, но не стоит отчаиваться. Все равно эти посохи можно использовать в креативе для того, чтобы как-либо пофаниться. Также можно их себе выдать в выживании через какие-то там сторонние моды, то есть типа вот этой чит-панели там на И, да, и в принципе это просто через креатив, да. То есть фактически вы сможете воспользоваться этими миньонами, если захотите. Но будем надеяться, будем ожидать обновлений, будем надеяться, что этот мод обновится, потому что он реально выглядит как что-то такое, что реально может развиться, реально может получить хорошее обновление, стать прям реально крутым таким модом, который, можно сказать, стоит добавлять в каждую сборку. Ну а на этом мод на миньонов себя исчерпывает. Огромное спасибо вам, ребята, за просмотр. Если вам понравилось это видео, вы можете поддержать канал подпиской, лайком и комментарием. Я очень надеюсь, что вам это видео понравилось. Нравилось, поэтому обязательно жмем палец вверх и подписываемся на каналчик чтобы не пропустить следующее а, видео ну а на этом все всем удачи и всем пока пока пока